уничтожают гектары сибирского леса ради нескольких граммов драгоценного металла. Только нашей программе удалось принять участие в совместной операции полиции и Росгвардии в труднодоступной тайге Красноярского края. Подробности в следующем репортаже. На севере Красноярского края вовсю идет нелегальная добыча золота. На этих просторах обнаружить черных старателей можно разве что с вертолета. На борту полицейские и бойцы Росгвардии. Они десантируются, чтобы задержать подозреваемых. Когда все участники нелегальной добычи обезврежены, вертолет приземляется прямо на место преступления. Задержаны 7 человек. Вот уже несколько месяцев они мыли здесь золото. Неподалеку поселок Северо-Енисейский. Постоянно распутится, размытые дождями дороги. Но у силовиков есть вертолеты, и только поэтому им удается застать врасплох охотников за золотом. Цель вашего нахождения? Руин земли. Руин земли, да. Ну, так порыть землю. Видно, как двое подозреваемых используют экскаваторы, мотопомпы, чтобы размывать грунт и добывать золото. Сколько намыли? Вот, что здесь, а то и намыли. Процесс нелегальной добычи золота на севере Красноярского края выглядит следующим образом. В его основе мотопомпы мощные, они забирают воду. Значит, далее по пожарным рукавам вода поступает вот в такую ванну. Здесь находится грунт, с помощью такого устройства его размывают. Далее грунт попадает вот сюда. И вот здесь находится самая хитрая часть устройства, так называемый канадский коврик. Он состоит из большого количества волокон, похожих на леску, скрученных в разные стороны. Когда грунт под напором воды попадает сюда, то золото оседает в этом коврике. И затем приходят нелегальные добытчики золота, или как их еще называют, хищники. Вот это вот устройство отжимают, достают коврик, начинают промывать его в воде и таким образом добывают драгоценный металл. Следующий этап – это уже ручная работа. Один из задержанных показал нашей программе, как это делается. Сейчас нам удастся увидеть дальнейший процесс. Водой для чего поливаете коврик? Грязь смываем. Несколько золотых песчинок этот человек намыл всего за пару минут у нас на глазах.